не вторую неделю. У нас такая проблема. Мы хотим выяснить у руководства города, области, района, что здесь построили, на каком основании, кто им дал разрешение и чем они нас травят. Значит, зона промышленная. А тут метров от железной дороги 20 метров нет. Да, да. И до нас, я не знаю, но еще не мерили. Но можем померить. Поэтому у нас один вопрос. На каком основании было выдано разрешение на строительство этих двух корпусов? Если по территории синего здания проходит 10-й водовод, который обеспечивает Харьков водой. Как эта земля могла быть отдана под частное строительство? Вот у нас такой вопрос. И мы хотим знать, чем нас травят. Мы неделю, у меня ребенок, 9 лет, я его неделю лечу, я не могу избавиться от кашля. И сама, вы слышите, каким голосом я разговариваю. Температура 38,5 и ничего не помогает. Мы задыхаемся. А сегодня дышать ветер подулся. Почему трубы направлены, находятся на такой высоте, на такой высоте? И что они, нас больше всего интересует, что они там делают, производят. Пусть нам руководство ответит. Что нам делать? Или нам сразу брать и на кладбище идти вместе с детьми, или они будут тут продолжать нас травить. Мы тоже хотим жить, чтобы наши дети, внуки были здоровы. А так как невозможно даже во дворе находиться в собственном, это такого, это нонсенс. Клубника, спеть, детей кормить надо. И чем мы будем их кормить? Мы даже не знаем, что здесь у нас под боком. Все.